Вітаю вас, шановні телеглядачі. Сьогодні ми будемо говорити про сучасні напрямки танців, таких як хіп-хоп, брейк, контемпери і майбутній фестиваль танців Одеса Open Battle, який буде проходити в нашому місті 13 січня, якраз в канун старого нового року, як ми відмічаємо, в концертному залі Urban Music Hall. Ну, організатори цього фестивалю, вони у нас сьогодні здесь в студії. Вони обіцяють, що фестиваль собере кілька сотень учасників не тільки з Одеси, але й з інших місць України. Ну і відовищне буде дуже яскравим, насиченим. Про те, як це буде відбуватися, ми сьогодні поговоримо з нашими гостями. Гості у нас такі. Це організатор фестивалю, керівник танцювальної студії «Шоу Денс» і групи східного танцю «Ахтар», хореограф, балетмейстер, викладач, тренер, суддя і так далі, Юлія Самуляк. І разом з нею до нас завітав президент благодійного фонду «Богатирь» Анатолій Іванкевич. І так, Юля, ну, перше коротке питання. Як, собственно, народилася ця ідея провести такий фестиваль? Ну, ідеєю стало то, що я часто посещаю батли, конкурси, фестивалі. І хочу сказати, що вдохновенням, звісно, є для мене діти. Вот. В чому отличие нашого фестивалю буде? То, що ми абсолютно хочемо розкрити всі таланти наших одеситів. Також будуть у нас гості, учасники з інших містів. Ми готуємо абсолютно кожному учаснику подарок. Кожен ребеночок буде награждений і медалями, і дипломами. Чого нет іноді, да, на інших, скажімо так, батлах. Вот. Я очень люблю детей, поэтому хочу, чтобы каждый ребенок ушел, да, с памятным призом, то, что он посетил и побывал. Также у нас отличие будет то, что мы помимо конкурсного дня будем проводить мастер-классы обучающие для детей и взрослых, где детки смогут поучиться взять знания от ведущих в Украине педагогов. Вот. Наши судьи будут приглашены с Киева Максимус, приглашенный специально гость и судья. Вот. Он будет давать мастер-класс по хип-хопу. Также будет выбор Ака, наш одессит, которого все знают с проекта «Танцуют все». Вот. И также будут специальные гости с Днепра, МС Рич, и также диджей Бабл. А вот учасники, їх близько 350, да, осіб буде? Ну, планується, да. А з яких міст України? Буде Одеса, буде Київ, Черновці, Ніколаїв, Херсон, буде Овідіополь. А також, вот, буквально недавно подали заявочку, з Придністров'я будуть у нас учасники. Вот. Так що буде у нас не тільки Одеса. А по яких категоріях? Цель наша проєкту, скажімо так, да, і розвитие, щоб ми показали максимальне кількість талантів. Вот. І ми відкрили, скажімо так, команди і також сольних танцорів. Тобто в конкурсі будуть якісь категорії, да? Звісно, будуть категорії junior, будуть beginners і pro. І також у нас буде ще окрема номінація шоу команд 6x6, де дітки зможуть показати імпровізацію, вот, і будуть вибирати три судді, найкращу команду. Ну і також наш... Добре, да, до Анатолія запитання. От, ми знаємо, що діяльність вашого фонду більш пов'язана з розвитком спорту, так? А розвиток танцювального напрямку, вот, ви теж вирішили підтримати, да? Здравствуйте ще раз. Знаете, спектр деятельности нашего фонда, он не ограничивается спортом, он намного шире. Мы помогаем детям, помогаем инвалидам, помогаем старикам, многодетным, малообеспеченным. Мы занимаемся развитием искусства, развитием творчества детей и молодежи. Поэтому я считаю, что вообще танцы – это что-то большее, чем спорт. Хотя многие спорят, что танцы – это в принципе не спорт. Но мне кажется, что это сочетание как раз искусства, творчества и спорта. Ведь танцор, он должен быть... Но есть же змагання з танців, тому це і спорт. Особенно батлы. Вот батлы, это тут присутствует элемент такой состязания, борьбы. И каждый вот участник, он должен, каждый танцор, он должен вести здоровый образ жизни, быть физически хорошо подготовленным, должна быть хорошая координация. И поэтому мы с радостью поддерживаем такое направление.
Я убежден, что после этого батла многие из молодежи начнут все-таки этим заниматься и подключатся к следующему батлу в следующем году. Юлочка, а насколько вообще в нашем месте в Украине сформувався цей напрям сучасних танців і таких батлів? Проводиться батли дещо? Батли проводяться дуже давно по Україні, по городам. Вот. Но мы просто планируем, скажем так, немножко в другом формате провести больше как бы да, батл с переходом на фестиваль, более сделать глобально. Мы хотим, чтобы в Одессе да, нашу Одессу не знали не только, да, ассоциировалась как с 1 апреля с юмориной, а также хотим, чтобы была ассоциация с танцевальным направлением батл на уровне фестиваля. Вот. Таких стилей мы, скажем так, хотим развивать хип-хоп направление, contemporary, да, и брейкинг. И также, чтобы открывать команды, я еще раз делаю акцент, потому что у нас очень много талантливых детей, и причем я недавно в одном из батлов открыла для себя две команды, самородки. Они без тренеров, без абсолютно да, каких-то учителей учатся с Ютуба. И дети просто показали на сцене ну, характер, любовь к тому, что ну, к искусству просто. Ну, дивлячись західні фільми, ми так собі розуміємо, що батли – це десь якась вулична культура, да? Десь ну, звідти прийшло. Да. Да. Но мы сделаем так, что если на уровне шоу-команд переводить, то это будет уже более, знаете, зрелищно. Зрелищно, а не просто батл. Ну, Анатолій, я так розумію, що Юля, вона більш так займається творчою складовою, да? А ви ж, мабуть, як спонсор, як, так сказати, лідер такого благодійного такого фонду, ви собі якось уявляєте, от як розвивати не тільки от пройшло мероприятие, да, ви проспонсировали, там допомогли і так далі. Але ж ви бачите і перспективу на майбутнє. Знаете, тут очень важно, моя мысль заключается в том, что каждому таланту нужно найти талант и дать ему возможность развиваться. Нужно давать шансы, давать возможности развиваться тем, кто этого не может или пока еще не понял, что этого хочет. Поэтому мы всячески поддерживаем такого рода мероприятия, и я считаю, что это мероприятие может набрать очень большие обороты, учитывая то, что у фонда есть много партнеров, которые поддерживают и свои какие-то проекты, и общие наши проекты, которые направлены на развитие, поддержание спортивных инициатив, социальных инициатив. Поэтому я считаю, что мы можем масштабировать и сделать этот конкурс не просто одесским, а приглашать с разных городов достаточно много команд, чтобы это было грандиозное. Ну, как есть у нас всесвітні клуби Одеси, то это будет всесвітній одеський батл, так? Клуб батл. У нас, я перепрошу, у нас є фотографії. Да, у нас є фотографії, давайте подивимось ці фотографії, ви прокоментуєте якось. Ну. Это наш главный судья, приглашенный судья Максимус. Антон Киба, наш одессит, который принимал участие во многих проектах, таких как «Танцуют все», «Вобр Ака», «Одесса». Это преподаватель по хип-хопу. Он также ставит очень много постановок. Наш Анатолий. Я не преподаватель хип-хопа. Наш Анатолий, да. Предыдущая фотография. Все попереду. Партнер и... Друг, так, это самое главное, да, о чем мы еще не сказали, место проведения. Рассматривали очень много, скажем так, мест, да, где проводить, чтобы было и вместительность, и комфортно, чтобы была, скажем так, сцена. Urban Music Hall – идеальное место для проведения нашего батла. Специальные гости, приглашенные DJ Bubble и MC Rich. И также, смотрите, мы планируем сделать подарочки, футболки именные нашего фестиваля. Также у нас будет розыгрыш в декабре 5 футболок нашим участникам, кто захочет, скажем так, да, поделиться. Є вже такий пробничок футболки, ось так це буде вигляд. Ну, мабуть, букви будуть ще побільше. Так що 5 учасників в декабре получат свої футболки. Перед Новим годом получат подарок. Да, молодці. А які ще будуть призи для учасників?
Ну, помимо будут, там якісь грошовий якийсь фонд є, смотрите, але ще будет, ще. Да, я вот как раз про призы хотел сказать, потому что это такая вот тема, она очень важная. Призы – это всегда мотивация. И вот будут призы, кроме призов от спонсоров, грамот, медалей, будет возможность даваться людям выступить, проявить себя, показать. Ведь это главное. Главное не прийти что-то, получить какой-то приз, а главное иметь возможность показать себя. Ведь именно на таких состязаниях зажигаются звезды. Сколько наших нынешних звезд, выходцы из каких-то программ, где они случайным образом попадали туда, кто-то просто услышал, пошел на кастинг, прошел и стал уже известным на всю Україну і где-то в мірі вже известен. Поэтому... А дома в архіві вони берегуть ці свої перші кроки, перші дипломи, перші грамоти, вот, і показують своїм дітям, а потім онукам, да, ось з цього це починалося. Це якось теж мотивує, да? Это очень важно, и я считаю, что это самый главный мотиватор, возможность дать дорогу в жизнь людям, чтобы они увидели и со временем были благодарны за проведение таких проектов. У вас в один день буде все проходити, да? У нас 13-го числа будуть проходити конкурсна програма, а 12-го і 14-го будуть проходити обучаючі майстер-класи. Тобто у нас будуть три педагоги давати по контемпу, по брейкінгу і хіп-хопу обучаючі майстер-класи, де діти зможуть, да, отримати знання, пообщатися серед інших учасників, отримати ще новий опит. Буде дуже цікаво, будуть дуже цікаві теми от наших судей, поэтому ждем наших зрителей, на мастер-классы учасников 13 на мастер-классы января. Могут прийти тільки учасники, да, всього батла, да? Могут прийти учасники наши, могут прийти также зрители, любой зритель, кто захочет к нам присоединиться, может зарегистрироваться на нашем сайте showdance.com.ua, вот, либо позвонить по контактным нашим телефонам. Вот. А вот цей хол, да, Urban Music Hall, там достатньо місць буде для глядачів? Смотрите, вместительность Urban Music Hall до 350 человек. У нас будет распланировано по отделениям, скажем так, да, по направлениям, категориям. Все участники смогут, скажем так, да, вместиться со своими зрителями, приглашеными, и так, кто захочет к нам присоединиться. Ну и, мабуть, будет якісь, ну, видео, якісь записи, да, чи буде трансляція? У нас будет проходить фотосъемка, видео. Также у нас будет приглашенное телевидение, где деток смогут, опять же, да, наших талантов показать. Вот, шоу-команду в про-категории. Первые шаги у некоторых, да, будут, и это будут первые эфиры. Первое вот это движение вперед, вверх, и это дополнительная мотивация для детей. Мы всегда стараемся наши все проекты, в которых мы участвуем или проводим, организовываем, мы их стараемся максимально осветить, потому что я считаю, что для того, чтобы мы могли привлекать не безразличных людей к тому, чтобы вместе с нами делали вот такие добрые дела, скажем так, на улучшение жизни, развитие общества, надо им показать своим примером. Ведь самое лучшее воспитание – это воспитание своим примером. Когда ты показываешь моду на что-то, на благотворительность, на помощь, то это становится модным в обществе, и к этому стремятся все остальные. Ну, ще два питання. Який возраст діток, які будуть приймати участь? І регістрація вже завершена, чи можна ще зареєструватися? У нас регістрація ще йде, буде вона проходить до 12 января включительно. Регистрация у нас на сайте showdance.com.ua. И категории касательно будут у нас beginners, junior и pro. И отдельная категория, то, что мы говорили, шоу-команд. Вот. То есть могут регистрироваться включительно до 12 января дети. Який возраст? Возраст от 6 лет и до 20. Ну, средний возраст у нас будет проходить от 6 до 18. Что, это то, уже в 6 детство. Років вони хіп-хопничають? Да? Даже в 4, вот, 4 вот годика приходит детский хип категория. Но мы ее не добавляли, вот, мы сразу сделали, да, от бигинерсов, от 6 лет. Но есть детки и в 4 приходят, и в 5, и в 6, и поверьте, они так танцуют.
Юля, а як ви прийшли до цього? Ви більш займалися східними танцями, да, восточними танцями? Ну, я і займаюся до сих пор восточними танцями, но я дуже люблю різні, скажімо так, стилі. Я не тільки з танцями зв'язана, з іншими, скажімо так, сферами. Вот, поэтому я принимала участие в конкурсах, вы знаете, мы на прошлом, да, эфире рассказывали. Вот, принимала участие в «Мадам Одессе», «Одесса», также принимаю участие в съемках, в сериалах, в фильмах и так далее, рекламе. Вот. А по поводу батла нашего, да, касательно современных стилей, я просто люблю. Я вот, вот говорю как есть, к сердцем. Я люблю все, связано, что с творчеством, абсолютно. А вот дети нашего одесситы, які будуть приймати участь в цьому фестивалі, вони десь займаються, да? Десь є якісь кружки, да? Чи якісь... Є дітки, звісно, які будуть, да, у нас від студії. Є самородки, тобто діти, які вчаться з Ютуба, либо з інтернету, да. Вони абсолютно, ну, будуть різні категорії. Ну, якось проводили кастинг, чи даєте можливість всім виступати? Абсолютно, у нас кожен може прийти, зареєструватися і приймати участь. І ми будемо відкривати таланти. Нужно дати можливість талантам проявитися. Да. Дати можливість треба всім, а виграють сильніші, да, вже. Ну, от ще одна складова призів, да, це сертифікати на майстер-клас короля хіп-хопу Максимуса. А, собственно, який це буде майстер-клас, скільки він буде завдовжки? Тематика буде хіп-хоп, він буде давати груви, техніку. Вот. І на, в день конкурсу, да, він буде, скажімо так, вибирати не то, що сильніших, да, а вот, вот по харизмі, по вообще, як себе ребенок покаже. І буде вручати цей сертифікат к себе на майстер-клас. І буде займатися вже після цього конкурсу, да? Так. Да. 14 января буде проходити майстер-клас по хіп-хопу, де буде давати Максимус свої знання, опит, ну і так далі. Добре. Ну, у нас є ще промо-ролик, давайте ми його подивимось. Таке коротеньке відео, ну, щоб якось ми проніклися цим темпераментом. Всем привет, это Вобр. Я приглашаю вас 13 января на Odessa Open Battle. Odessa Open Battle. Я вас всех приглашаю туда. Я буду там судить и давать воркшоп, стиле хип-хоп, брейкинг и контент. Увидимся. Я думаю, молоді було дуже цікаво. Ну, от. Так, ну і давайте, мабуть, ще раз ми розповімо про те, де, коли, куди приходити, як реєстрація, як це буде все проходити, по датам, по часу проведення і так далі. Батл буде проходити 13 января в Urban Music Hall. Начнется регистрация в 10 часов. Ждем всех участников, зрителей, сопровождающих, абсолютно всех, кто захочет к нам присоединиться. И также ждем на наших мастер-классах по трем направлениям хип-хоп, брейкинг и контемпорари. Регистрация будет проходить на сайте showdance.com.ua и также по контактным нашим телефонам. Ждем всех. Ждем наших талантов, будем мастер-классы, открывать. Мастер-классы где будут проходить? Мастер-классы, ну, сам будет... конкурс на неделю 13-го, да? 12-го субботу. Мастер-классы будут проходить 12 января и 14 в Бетграде. Угу. Вот. И время наши участники смогут увидеть на сайте. Будет добавляться информация. Вот. Так что ждем всех наших зрителей, участников. Мы готовы открывать новых звезд, новые таланты и, конечно же, поддерживать их. Ну що ж, я думаю, що сподіваюся так, що фестиваль буде дуже яскравим таким початком нового року. От, і учасникам, по-перше, не тільки призи, так сказати, заохочення, а і можливість продемонструвати свій талант. Це
талант, свої здібності і повчитися у іменитих мастерів. Це найголовніше. Я бажаю вам успіхів з наступаючим Новим роком, удачі, щастя. І як ви так використовували таке слово, масштабуватися воно буде. От хай воно масштабується. Спасибо. Щиро дякую вам. Спасибо за бажання. Будемо стремитися до цього.